Дорогие друзья, всем привет! В общем, я вам обещал еще пару выпусков назад это сделать. Вы поставили больше лайков, чем я просил на том ролике, где я это обещал. По-моему, даже не 5, а 6 тысяч лайков вы поставили. Может, сейчас еще больше. Огромное вам спасибо, надеюсь, вы этот ролик также поддержите. Я вам обещал купить скин на Джесси за 150 гемов. Я это, естественно, сделаю. Также еще одна хорошая новость. Ребята, мне сняли страйк с основного канала. Значит, блин, 3 месяца я ждал этого. 3 месяца. Сегодня будет стрим на этом канале. И еще одна новость. Мне даже сняли страйк со второго канала, на который скинули. Короче, везде я снял страйки. Это очень круто, но тот канал останется у меня, как всегда, запасным. Но вы тоже на него подписывайтесь. Ссылка на него есть в описании. Я там снимаю разные реакции, там, ну, кому интересно, подписывайтесь. Вот, и смотрите, еще такая новость. У меня в магазине есть Мортис за 109 гемов. Я, знаете, Мортисом вообще не играю, редко очень. Может быть, купить скин, да, по фану поиграть, проапать, а то он у меня очень низко находится по кубкам. Сейчас покажу вам. Напишите в комментах, если наберем также 5000 лайков и выше, я покупаю скин на Мортиса. 160 всего лишь кубков. Заодно покажу, как я играю на Мортисе. Но я не точно вас не научу играть на нем, потому что я не шарю. Но поиграть могу, поэтому будет повод, возможно. Но это если вы захотите. Пишите, покупать мне скин на Мортиса, заодно видос про Мортиса, или же нет. Ставьте лайки и пишите в комментариях. Также у меня осталось 28 боксов, и Брок на 9 уровень доступен. То есть я хочу тоже Брока прокачать и найти пассивку. Это все в следующих выпусках. Поэтому быстрее нажимайте на колокольчик, на подписку, на лайки. И, собственно говоря, ждите ролики. Ну что, ребят, 150 гемасиков. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников. Также у них быстрая, качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин. Все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах. Вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Топовый скин на Джесси приобретаю. Вот он, дорогие друзья, вот он. Шикарно, шикарно. И, конечно же, его выбираем. О, просто пушка. Так, смотрите, тут как раз охеренный, просто охеренный режим в ШД. Карта офигенная. Не режим, а карта. Потому что, ну, вот вчера я играл на Джесси за 10 уровня. Я абсолютно... немощь был, потому что, ну, очень херня режим, ой, карта, она для ближника в основном, поэтому за Джесси особо не поврываешься. Боже, какая она крутая, офигеть, она 10 уровня, с этим опасным скином, просто реально сразу так смотришь, типа, воу, это какой-то крутой игрок, сразу, ну, реально, это не ЧСВ, это просто, реально, сразу у меня впечатление складывается, вот я, когда вижу там чуваков со скинами, сразу, блин, это какой-то необычный игрок, видимо, хорошо играет, либо донатер там, а может и то, и другое, то есть... Ну, прикольно, прикольно выделяться немного от других, но надо еще, помимо визуального выделения, надо еще играть нормально. Вот, ну я не скажу, что я прям за Джесси профессионал, да, но типа думаю, что я сыграю. Так, блин, у меня мало... Лалью? Лалью? Ты ли это? Да нет, конечно. Так. Тихо. Мы же прекрасно знаем, что Лолью бустят, вот, поэтому это, если и его аккаунт, то там бустер. Я знаю, что он смотрит сейчас этот ролик и напишет что-то в комментариях, поэтому я хочу посмотреть, что же он там ответит в свое оправдание. Лолью, все, тебя спалили, поэтому не отвертеться уже, как бы. Как бы ты уже... Блин, я ненавижу, когда есть у БК чардж, надо уходить. Я манал, он сейчас просто чаржнется в меня, и все, и это КГВП. Так, прогоняем, так, ставим вот тут торель. О, смотрите, какой дракончик, офигеть. Прикольно, прикольно, скин прикольный, мне нравится. Я не жалею, что потратил 150 гемов. На Мортиса, если я еще сомневаюсь, то на Джесси я ни капли не жалею. О, слушайте, я пойду заберу, у меня вообще просто нету баночек, смотрите сколько. Это, блин, очень круто. Это очень, блин, круто. Тын-тын. Выходим с дыма. Последние 2к хп осталось у меня. Так. Ой, он сейчас на меня чаржнется. Я вам базарю. Тихо, стоим. А как? Так, вот так что ли? О, ну, топ-2. Против кольта было нереально, деться некуда. Вот, ну хотя бы БК убил. Блин, мне понравилось, мне реально понравилось. Продолжаем. Ребят, сегодня будет стрим на основном канале, я буду... апать, наверное, и Ниту, и Джесси, потому что у меня и Нита на фуле, и Джесси на фуле, но больше хочется на Джесси играть, реально по кайфу. Так, давайте набивать ульту,
В прошлом поединке мне не получилось много боксов взять. Но не беда. Не беда. О, я думаю, что надо ворваться в тот замес. Я, кстати, еще болею, поэтому могу кашлять. Потому что, ну блин, не могу. Держусь как... Хорошо, окей. Держусь как могу, ребята. Но кашель меня прям реально давит. Вот, лечусь еще. Поэтому, ребят, не болейте. Вот самое главное, вот, не болейте. Хотя, с другой стороны, если вы вдруг, не дай бог, конечно, заболеете, да, вы не пойдете вроде как на учебу, да, будете смотреть хоббит. Да, это в моих фантазиях. Фрэнк, чувствую, что он меня хочет добить. Так, так, отлично. Оу. О, я добью Фрэнка. Я, конечно, не крыса, но я добью Фрэнка. Так, это куда взяла мои банки? Ты чё, дура? Офигеть просто. Давай, 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 тарелька, 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 тарелька. Ну давай, давай, я добью тебя. Я тебя добью. Да блин, жесть, не добил. О, там пока. Так. Давайте быка добивать. Быка добиваем, у меня есть все, тарелечка. Блин, какая же охеренная Джесси, просто жесть. Ага, хрен тебе. Хрен. Так. Что, поставим, наверное, тарельку вот тут, вот так вот, раз. Поставили тарельку, все, теперь просто шмаляем во все стороны. Блин, охрененно играть с созданием дефа, просто жесть. Но я ее однозначно вот на днях уже подниму на 500 кубков, вообще не напрягаясь. Так. О, у меня еще одна пушка доступна. Так, надо поку убить. Тихо. Не-не, все, это топ-1 однозначно. Я и там держу оборону. Так, отлично, берем тут баночку. Шестая баночка и обновляем тарельку вот так вот, пац. А, ну все, Поко там вообще в дым пошел. Топ-1, ребята, топ-1, шикарно. Едем дальше. Может, другой еще режим? Давайте в геймграбе сыграем, посмотрим, насколько я там охеренный. Кстати, меня не пришлось использовать пассивку, ну, в плане того, хилить не пришлось пушку, поэтому давайте сыграем в геймграбе, посмотрим, насколько хороша Джесси тут, хотя она везде хороша, я в этом уверен. Пошел, короче, в геймграб, два раза слился. Ну, блин, ну, напарники, ну, такие бокопоры, я вот, сука, вот когда не пойди на каких кубках, все равно тебе подберутся какие-то... Инвалиды, блин, ну правда, ну так плохо играют, ну вообще, ну ни о чем, ну пытаешься там им крикнуть, ну блин, пойди налево, Вася, Петя, подстрахуй справа, все, уходи на базу. Нет, оно идет, у него куча кристаллов, он все равно идет на пролом, теряет кристаллы, потом хер они отбирают, вот весь бой тащили, и он, дебил, отдал все кристаллы им, ну это просто жесть. Ой, блин, так, ладно. Кстати, у них тоже сильная тима, Мортира с тарелькой, это не шутки. Да, тоже ставим тарель, я ее еще буду хилить. Так, хорошо. А я ее буду хилить, оп, я хильнул ее. И тарель фулл хп. Так, прекрасно, я ее снова хильнул. Это просто читерство, офигенно. Тупо офигенно. Так, хорошо, что у нас динамайк, ладно, пускай он собирает все банки. Так, контролируем. Хильнуть надо тарельку. Оп, отлично. Я пока хилю, я уже на вторую набиваю. Это офигенно просто. Это просто офигенно. Так, сейчас мортиру убить. Хильнуть еще раз. Офигенно. А у меня уже вторая есть, если что. Оп, я еще хильнул ее. Так. Добила, я ставлю еще одну, лол. Офигенно. Так. Ну все. Это победа. Хилим тарель. Еще раз хилим. Офигеть, ну блин, ребят, это как-то вообще прям супер имбово. Классная ульта, ой, пассивка, классная. Все, я забираю жетон, больше играть не хочу в этом режиме, потому что, ну, напарники мне не все нравятся. Так, они мне вообще не нравятся. Эта команда еще более-менее, но предыдущая просто тихий ужас. Что у нас тут? Ну, тут я не отыграю, в ограбление я на отдельный видос хочу вам кое-что показать. Значит, поехали, 1000 озер. Еще раз покатаем в соло несколько каточек, потому что, ну, в геймграбе я не наигрался толком. Я вырежу два поединка. Так, я сразу в центр. Сразу в центр заберу три бокса. Заберу сразу три бокса, потому что у меня
Рикошет урон. Так. Все, три баночки у меня есть. Найс. Уже нормально. Уже нормально. Начало мне нравится. Так. Ну а теперь погнали. Будем проигрывать. Будем проигрывать. Так. Тихо. Конечно, против было опасно немножко, но... Блин. Зажимают. Гады, зажимают. Так. Все, тут возле тарельки стоим и хилим ее. Сейчас отхилю тарель. Просто обалдеть. Ну, не, ну это прям реально... Имба. Так. Это тот булл, которого я не добил, да? Все, теперь добил. Так, теперь ты. Следующий. Оп. Тарельку, блин, зря поставил. Думал, меня убьет он. Так, тут кто-то сидел, кто-то выделывался. Не знаю кто. Ага, Шелли, я понял. Вы видели? А, это не Шелли, это Барли. Так, ага, конечно. Да, конечно. Да, супер. Все. Так. Мне надо вторую тарельку набить. Так. Оп. Ой, он еще идет так четко. Мансит. Да, Мансит. Но я его постараюсь сейчас убить. Так. Блин, он так быстро хилится, офигеть. Так. Тихо. Давай. Тарель. Все, отлично. Все. Шикарно, вы видели? Просто жесть. Так. Все, топ-1. Блин, мне нравится просто, это кайф, честно, вот фулл перс, это кайф. Поехали, еще одну каточку, последнюю, все остальное на стриме. Не забывайте писать комментарии, потому что я вот, ну, думаю, Мортиса покупать или нет. Мне не жалко купить, если вы хотите, ребят, я куплю, вообще без проблем. Пожалуйста, иди в сраку, вот реально, иди в сраку. Так, сколько, только 3 цели, да, мой патрон бьет. Окей. Вот четвертая уже, четвертый бокс. Так, хорошо. По 1500 хп сносим. Все, 4 у нас бокса. Так, теперь попасть по жирухе. Она же здесь, да, в этих кустах или в тех? А, она там. Окей, 9 еще бойцов. Так, давайте простреливать Шелли. О, офигеть, просто как много урона. Так, туда не достану. Достал, 1600 даже выдал, нифига. О, надо добить, много получим банок, так. Да не, это не твоя добыча. Блин, класс, вообще, Джесси топ. Я ее реально на 500 кубков на изи апну. Так. Но только в трио, в ШД так, знаете, немножко запарно. Так, ладно, 7 бойцов, у меня 7 банок. Как символично, да? Опа. Барли. Ну что там, 2 раза по Барли попасть, и нету Барли. Не подходи, тебя сожрут. Я сказал не подходить, моя добыча. Так, хорошо, уже 8 банок. Поскольку я дамажу? Где-то по 1700 уже. Так, давайте вот этих добьем. Так. Я жадный, я вот тупо жадный, буду забирать все банки. Я, наверное, даже впритык готов подойти. Да, 2 тонны хп сношу, на. Все, просто смотрите, сейчас я этого забираю. Все, столкновение, 11 банок. Ставим тарель по центру, все, просто бэм. Сколько? 3к, да? 2,5. Вообще на изи. В общем, дорогие друзья, приходите сегодня на стрим. Буду поднимать, скорее всего, Джесси. А также, возможно, сегодня еще, ну или завтра, не знаю, Брока прокачаю и буду ему набивать на пассивку. Боксы у меня есть, но еще надо подфармить. Конечно, не факт, что с 30 боксов выпадет пассивка. Но, тем не менее, я, блин, очень хочу ее выбить. То есть это уже будет четвертый персонаж, который 10 уровня. Это классно. И осталось теперь всех поднять и поднять тех, кого я слил. Однозначно это сделаю. Теперь на стримах я буду чаще играть, потому что
страйки эти мне немножко притормозили процесс покупков. На стриме проще всего апать. Ну, не проще всего, просто ты и стримишь, да, контент с видосом, как бы. Ой, с видосом, что я несу. Коннект своей аудиторией. И это время ты тратишь на прокачку своих персов. Так вот найти время просто посидеть где-то, поиграть, у меня не находится, к сожалению. Поэтому приходите на стримы, буду поднимать. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем удачи, всем, друзья, пока.